Так, у нас есть на выбор две версии. Одна по названию Osman, другая как Canon Dancer. Osman — это для всего остального мира, а Canon Dancer — это японское название. Там будет игра полностью на японском. Вот. Предыстория — то, что эта игра является таким, типа, в некотором роде второй псевдонастоящей итерации на тему Страйдера, потому что здесь принимали участие бывшие программисты Capcom на то время, которые перешли в Mitchell Corporation и запилили краски эту игру в 96 году для аркадных автоматов, которая, к сожалению, эта игра в свое время так и не получила никаких портов и долгое время находилась именно чисто как в виде рома в интернете для MAME, либо же где-то в продаже существует Jamma Board как раз таки, или та самая материнская плата, так называемая, с игрой. То есть первый источник, с которого данная вот игра. Вот. Но это в 2022 году компания Rotolaika Games и совместно с компанией Strictly Limited выпустили вот это вот все для Nintendo Switch, для PlayStation 4, PlayStation 5, вроде как для компьютера. Вот. Вот так вот оно выглядит. Заставочный экран. В игре есть, конечно же, эти фильтры, но, если честно, они очень странно выглядят на LCD-панели, потому что здесь у меня не 4К-панель. Может быть, на 4К-панели будет все отлично видно, но на 1080p оно как-то здесь хреново выглядит. Японская версия, сейчас я запустил на Canon Dancer. Thank you.
района. Нет. Блин, упал опять. Thank you.
давно не играл в эту игру, поэтому не обессудьте, так сказать. А мне, хотя мне все равно. Ё-моё, ну что ж такое-то? Персонаж прям такой дохлый.
Ладненько, это был Canon Dancer. Сейчас я вам покажу по-бырому еще версию по названием Osman, которая была краски для остального всего мира, то есть для штатов там Европы. Сейчас так надо вспомнить, как тут надо выйти, там, по-моему, так что ли. А, на минус надо нажать, да. Нет, так. Close game, да, close game. Первая версия Osman. Это все то же самое. Интро прям один в один, только за исключением то, что название иное, Osman, и сейчас будет все на английском. Джек Лейзен. Go save our people, seek and destroy Abdul, Abdullah the Slaver. Agadan on the Persian Gulf. Понедельник. Thank you.
Нет, блин, опять упал. Короче говоря, такая вот двухигровка, если так можно сказать, хотя это одна и та же игра. Вот. Для любителей, конечно же, ретро. Если вы не любитель ретро, то это мимо вас, так сказать. Вот. Я же очень доволен покупкой. Прям, честно, давно мечтал заиметь Canon Dancer / Osman для какой-нибудь из современных консолей, потому что в последнее время эта игра вообще никак не эмулируется, вроде как на MAME. То есть на самых старых версиях MAME она еще эмулируется, а современных вроде как уже нет. И купить аркадную плату с этой игрой, ну это как иголка в стоге сена. То есть вообще сейчас в особенности купить где-либо вообще, это даже это как, я не знаю, как какая-то шутка что ли. Ладненько, короче говоря, такое вот было видео. Если кому понравилось, ставьте лайк. Там подписывайтесь на канал и бла-бла-бла, всякое такое. Ладненько, всем спасибо за просмотр, всем до скорой, всем покедова.